Сегодня мы приготовим очень интересное блюдо – блинный рулет с использованием кабачков. Так как сейчас и лето, и сезон овощей, в особенности кабачков, мы сегодня используем их. И для начала мы возьмем обычное тесто для блинов и добавляем туда натертые кабачки. Немного, но чтобы не слишком мало. После этого мы жарим блинчики. У меня уже есть заготовки. И они должны получиться такой текстуры, чтобы при закручивании не ломались. Сейчас будем крутить рулет. Берем блинчики и делаем из них плато. После нам нужно намазать сливочный сыр на наши блинчики. Намазываем равномерно по всей площади блинчиков тонким слоем сливочный сыр. И как раз намазываем так, чтобы блинчики между собой здесь склеились. Теперь нам надо на нашем рулете разместить маслины. Они у нас разрезаны пополам. Укладываем их по периметру рулета в начале. После нам нужно выложить колбасу. Мы используем сервелат. Теперь нам нужно аккуратно свернуть этот рулет. Аккуратно, чтобы он не трескался, поджимая начинку под себя. Теперь мы его нарезаем наискосок. Эти края мы можем отрезать вот так вот и поставить потом как пеньки. И нарезаем вот таким движением наискосок. Чтобы наш рулет не распадался, мы перевяжем его с сыром косичкой. Вот так выглядят наши интересные и вкусные рулеты в подаче. Они подаются с белым соусом. Приятного аппетита!